Сначала хорошая новость. В мире все отлично. В России идет гражданская война. Проправительственные силы против сепаратистов. На карту поставлено 15 тысяч ядерных боеголовок. Очередной рабочий день. Халед Аль-Асад в настоящее время является вторым по влиятельности человеком на Ближнем Востоке. Ходят слухи, что он намерен стать первым. Наша разведка следит за ним. А плохая новость? Сегодня к нам присоединился новичок. Его зовут Соуп. Рад тебя видеть, дружище. Возьми из арсенала винтовку. Ты знаешь, что делать. Отправляйся на первую позицию. Прицелься и стреляй по мишеням. Чудесно. Теперь стреляй по мишеням от бедра. Прицелься в мишень, Соуп. Отлично. Теперь стреляй по каждой мишени, целясь через прицел. Теперь я закрою мишень фанерой. Пули пробивают дерево, гипс, листовой металл и другие непрочные материалы. Ты должен попасть в цель, пробив фанеру. Отлично! Мишени будут появляться по очереди. Сбивай их все как можно быстрее. Отлично, дружище. Теперь возьми из арсенала пистолет. Хорошо, теперь переключайся на винтовку. Теперь возьми в руки пистолет. Запомни, быстрее переключиться на пистолет, чем перезарядить винтовку. Вытащить нож можно гораздо быстрее, чем переключиться на пистолет. Ударь ножом по арбузу. Отлично. Теперь ты гроза всех фруктов. Капитан Прайс желает тебя видеть. Теперь возьми из арсенала пистолет. Хорошо, теперь переключайся на винтовку. Теперь возьми в руки пистолет. Запомни, быстрее переключиться на пистолет, чем перезарядить винтовку. Вытащить нож можно гораздо быстрее, чем переключиться на пистолет. Отлично. Теперь ты гроза всех фруктов. Капитан Прайс желает тебя видеть. Он новичок, сэр. Полегче с ним, сэр. Он первый день на службе. Да, что у тебя за имя такое дурацкое? Соуп. Пора проверить твои навыки ближнего боя. Всем остальным покинуть зону. Теперь ты должен спуститься с борта менее чем за 60 секунд. Рекордсмен у нас Газ. Он это сделал за 19 секунд. Удачи. Заберись по той лестнице. Бери МП-5 и 4 световых гранаты. По моему сигналу, ты должен спуститься на платформу и тут же побежать на первую позицию. После этого ты спустишься по лестнице ко второй позиции. Затем переходи на третью и четвертую позиции и следуй моим инструкциям. Как только будешь готов, хватай веревку. Вперед! Стреляй по мишеням! Огонь по мишеням! Гранату через дверь!
четвертую! Стреляй по мишеням! На пятую пошел! Огонь по мишеням! На шестую! Гранату через дверь! Огонь по мишеням! Иди до финиша! На конечную позицию! Неплохо, Соу, но можно было и лучше. Если хочешь попробовать еще раз, забирайся по лестнице. Или подходи к мониторам, чтобы узнать результаты. Господа, нам предстоит десантная операция. Всем приготовиться. Вылет в 02:00. Вольно. Этой операции мы получили от наших. Посылка находится на борту грузового судна. Эстонский регистрационный номер 527-75. Экипаж небольшой. На борту будет охрана. Правила применения силы? Экипаж разрешено ликвидировать. Говорит Мула 2-4, видим цель. Расчетное время прибытия 60 секунд. Вас понял, 2-4. Тридцать секунд, темнеет. Десять секунд. Проверка связи, переходим на шифрованный канал. Оружие к бою! Огонь по усмотрению! На мостике чисто! Не стрелять! Газ, оставайся на борту, пока мы не расчистим палубу! Прием! Вас понял. Все ко мне! На лестнице чисто! Оружие уже с духом, боже. Все. До дна. В коридоре все чисто! Сладких, сынов. В жилых отсеках чисто. Идем дальше. По фронту на палубе чисто. По сигналу вперед. Готов, сэр. Рассредоточиться. Дистанция 3 метра. Двое на платформе. Я их вижу. Огонь по усмотрению. Вас понял. Террорист нейтрализован. Проверить углы! Проверить углы!
почти чисто. Я прикрою. Давай наверх. Все ко мне! Террористов не видно. По фронту все чисто. Идем дальше. Так держать. На помосте чисто. Я прикрою. Давай наверх. Все ко мне! Террорист... Идем дальше. Так держать. Газ справа. Выполняем. Быть на чеку. Готов, сэр. Пошли! Слева чисто. Пошли! Движение справа. Идем дальше. Все чисто. Пошли! Справа все чисто. Быть на чеку. Ждать моего сигнала. Первый готов. Второй готов. По моему сигналу пошли! База говорит Б-6. Мы нашли объект. Посылка готова к транспортировке. Нет времени, Б-6. К вам приближаются два летательных аппарата. Наверняка Миги. Нам лучше уходить. Суп, хватай декларацию из ящика. Быстро! Суп, хватай декларацию! Всем на палубу! Бегом, марш! Внимание, Гриффин! Доложите обстановку! Уже вертолеты, сэр! Противник приближается! Б-6, как слышите? Б-6, доложите обстановку! Что это было? Корабль тонет! Пора уходить быстрее! Отвечайте, черт возьми! Орлан говорит Б-6! Всем приготовиться! Уходим! На помосты! Живо, живо, живо! Шевелите задницами, пошли! Приготовиться выходить! Пошли! Осторожно! Пошли! Пошли! Пошевеливайтесь! Уходим! Давай, давай! Сигнала! Мы почти на месте! Куда? Где вертолет? Направо! Направо!
Посылку забрали, возвращаемся на базу. Конец связи. El Eleazar. لقد بدأ الحملة المحدثة.
Капитан Прайс, Аль-Ассад только что казнил президента Аль-Фулани в прямом эфире Центрального канала. У американцев свои планы насчет Аль-Ассада. Аль-Фулани уже ничем не поможешь. Менее чем через 3 часа в России будет казнен объект под кодовым именем Николай. Николай? Николай наш шпион в лагере сепаратистов. Именно он передал нам данные перед десантной операцией. Николай сейчас в аду. Проводим его. Мы позаботимся о наших друзьях. Уходим. Лоялисты ждут нас в полукилометре к северу. Выходим. Лоялисты, да? Это кто, хорошие русские или плохие русские? Ну, открывать огонь при виде нас они не станут.